Тихий. 55. Не забываем подписаться на канал. Лайк. Колокольчик. Приятного просмотра. И всем здорово, народ. Сегодня я вам покажу, как я живу. Что со мной произошло, вы можете посмотреть в прошлых сериях. А коротко, меня похищали пришельцы, меня сбивали. Машиной. Я уже готов до вас заново снимать дальше. Так что всем надо нам уже начинать идти вот так домой. Паузем. Ладно. Что изменилось у меня в доме? Коротко, ничего. Как дом был. Маленький шкаф и ничего. Коротко, так все и осталось. Что я сегодня буду делать? Сейчас, ребят. Сегодня я просто, наверное, буду просто играть. Может, даже в мяч. Или просто. Не знаю, что делать просто. Ой. А, ребят, сейчас мой трейлер должны перекрасить. Так что я, наверняка, пойду. Ладно, кое-куда поддыхаю. Вы можете видеть вот этого человека. Это у нас Дима. Он что-то говорит. Короче, обзор так обзор. А сейчас ждем некоторое время. И, короче, скоро мой дом покрасят. А, ребят, прошли уже целые сутки. И вот, все. Теперь мой трейлер покрасили. Вот такой-то он стал. Ладно, ребят, давайте я сейчас что-нибудь пока что приготовлю. Сейчас я буду пока что, ребят, заготовить. Короче, ребят, прошло уже где-то как час. Я уже сделал так, а сейчас поем. Ой. Сейчас возьму газировочки. Пойдем покушаем. На чили, на расслабоне. Кто это? Ребят, это не запланированное. Сейчас. Ладно, ушли. Это не запланированное видео. А, ладно, давайте. Так, вкусно. Пьем газировочку. Что там происходит? Ладно, ребят. А на этом, наверное, будем с вами прощаться. Всем удачи и всем пока.